работе с установками высокого давления. Оператор должен пройти специальный инструктаж и соблюдать правила техники безопасности. В процессе обмывки необходимо работать в защитных очках и перчатках. Держать рабочий пистолет в двумя руками. Не направлять стрелы в людей, животных, электроустановки, остекление, провода и так далее. Следить за давлением воды. Не допускать повышения.
Thank you.
Thank you.